Кайык. Кеттим. Чё так долго? Чизды злится. А чё ему не спится-то? Рыбы, говорит, мало. Сегодня шеф приезжает. Долго рыбы не будет. Не будет? Ну, на поляну езжай. Травку. Давно просят. Аз вот. Аз. А сіз ще місяць. Холодная водичка. Хорошая водичка. Давай пойдем. Ой, холодненькая водичка, мама. А ты быстренько окунись, и все. Ой, ой, камушки. Кімсің? Кімсің дәй? Таң атпай. Қайдан жүргенде ме? Жеке, это я, Эмиль. Откройте. А-а-а, Эмиль! Ой, сенсің бе? Ай, қайдан адашып? Ну, заходи, заходи. Ой. Ну, как вы? Как разъяпа? А, нормально. Бары жақсы. Сколько лет не виделись, а? Ай, Разия! Карач? О, Эмиль! С приездом! Разия, пока, как здоровье? Заходи. Сейчас чай будем пить. Фу, чай дам башка мне. Ишне все жнёх. Ор, тамагас. Мунда его ногам мне. Кунуга гелю вермак. Раз келбедин мне.
Здрасте. А, пришла? Пойдем на кухню. На, неси, осторожно. Спасибо. Смотри под ноги. Хорошо? Ладно. Мам, мам, у соседей гости. Айтай. Дай поспать. Там вещи и какой-то ящик с ножками. Разгневался Глокархан, прослышав о бесчинстве карлуков, и велел он седлать коня и поднимать войско. Велел он позвать дочь свою, принцессу Назик. Айдай, какой ящик? Деревянный, с железными ножками. Велел он позвать дочь свою, принцессу Назик. Всех дороже была она ему, и души он в ней не чаял. Горестно было ему оставлять дочь, но долг свой царский выполнить было важнее. Помнил он дочь, поцеловал локоны цвета золота и молвил: «Не печалься, дочь моя!» Давай еще выпьем. Что, с утра? Ну, последний раз. Ну, давай, последний. Слышали, в Париж уехал. Разбогател? Куда там разбогател? Больше на других работал. Картин много писал. Выставки. Контракт расторгли. Кризис. Кризис. Здрасте, Разияпа. Здравствуй. Вот, я вам деньги принесла за молоко. Хорошо. Эмиль приехал. Эмиль? Какой Эмиль? С Алматы, художник. Отдыхал у нас давно. Забыла? Художник. Зайди, поздоровайся. Нет, а чё он приехал? Отдохнуть, погостить. Наверное, опять свои камни рисовать будет. Шляпу привез, говорит, из Парижа. Вот, фирма. Вам привезли? Кошмар, да?
На, возьми, тебе пойдет. Ну, вам же подарили. Ладно, я пошла, дочь кормить надо. Подожди, для Айдай, ее доля, курей кормила. Айдай. Что? Ты не ходи к соседям некоторое время, ладно? Почему? Не ходи, поняла? Ладно. Черт! Да что это такое? Печалься, дочь моя, не грусти, одолеем мы врага, освободим землю нашу и вернемся с победою, молвил Яглокархан и повел войско в великий поход. Куда музыка? Посмотрю-ка. Берег солнцем согрел, камни молчат и ждут ответ. На берегу ты останься. Что это вы тут расшумели? У вас что, выходной? Людям работать не даете. Подойди. Дай мне. Встань. Прошептала волной. Как ты грустил у камней вчера. Тихо грустил и слезы. Грустью своей поделись. Чья? Я мамина. А мама твоя кто? Руми. Румия. Румия? Знаете, мне пора уже. Эхом здесь прячется шепотка.
Я же говорила тебе, не ходи туда! Мам, прости меня. Пожалуйста, мама. Прости. Вставай. Почем рыба? Для вас так бесплатно. Нет, не мне. Не заказали. И денег дали. 20 за штуку. Я все беру. Держи. Сюда не ходи больше. Не приноси. Стой. Жди меня здесь. Тебе. Спасибо. Я пойду.
Привет, мам. Привет. Айдай? А. Иди-ка сюда. Сейчас. Так, сначала кладем эту, угу. Потом эту. Это рубаха Эмиля, импортная. Надо на руках состернуть. Хорошо. Смотри, цветное белье не смешай. Ой, напугали. Повзрослела. Повзрослела? Не то слово. Постарела. Помню, в город собиралась. Учиться хотела. Учиться? Не вышло. Как видите. Дочка у тебя смешная. Рисует. Рисует? Отчего ж ей не рисовать-то? Способная, говорят. Отличается от других детей. Я дочь. Моя дочка.
Не спишь? Зайдите. Вы вспоминали меня? Да. Скучала по вам. Дочка проснется. Входите. Thank you.
поехали еще погуляем. Ну что ты весь праздник портишь? Только начали. Да не могу, у меня дочь одна со вчерашнего вечера. Ладно, черт. Все, валим. Казар у меня, честно. Говорила тебе, не рожай. Ну ладно, давай, отдыхай. Запарили. Пусть Эль сидит дома. Давай я тебя провожу. Да пошел ты, придурок усатый. Ты о Пашке только не заложи, а? Если что. Не заложу, если что. Эй, Тынч, поехали! Ну, праздник еще продолжается. Без нее будем гулять. Что ты, ребята, давайте поехали. Давай, гони на пляж. Ребята, давайте быстрее. Поехали. Пока у меня нет, сами слышно. Поехали, ребята, отдыхаем. Давайте гуляем. Что намазалась? Дура. Попробовала, чтобы не трогала больше краску. Понятно? Тоже мне. Принцесса нашлась. Лиза! Лиза! Сколько получилось? Сегодня литров 5. Ну ладно, я пойду. Угу. Айдаху и отыс мунча сулу. 40 градусов по Менделееву. Скотч виски 45. Деревня. 45. На днюху твою очищенно отложили. Доцент. Глянь, Айдай, на Эмиля как смахивает, а? Заметила? Ну, смотри. Ё-моё, это он порисовать приезжал. Наследил и испарился, а Румя молчит. Боится, что не признает. Вокруг столько пацанов крутилось. Разбери, чей ребенок. Да, не признает. Зачем им это? А признает, увезет? Куда? Было б куда, ни кола, ни двора. Только не сболтни. Погасит и пусть уезжает. А то еще останется. Не надо нам посторонних. Тынче надо определить. Ишь, профессор. А на продажу?
30 градусов сделай. Иди-ка. Поняла? Берите. Вот закуска. Берите. Дикета, это вам на день рождения. С днем рождения. О, Алтыным. Молодец, наш умница. Чем срочу волосим? Молодец. Кель, отрогай, Алтыным. Кель. Художница моя. Ай, уйвайсин бы. Гопча шанс, ден сонухту олыс. Рахмат, улы. За вас. С днем рождения. Алла. Дике, за вас. За здоровье. А я лимонад буду. Крепкая. Сейчас пойду еще салат нарежу. Занятие у нас. Как видишь. Так, надо выключить газ. Нервная и опасная. Сварилась уже? Да. А занятие нельзя почище подыскать? Да, почище? Какое почище? А? Заварим. Мы на другое не способны. Мы люди темные. В Париже не были. А может, рисовать будем? Да, рисовать. И не дать? А? Чё рисовать? Птичек рисовать. Чё? Чё рисовать? Мани. Какие мани? Мако. Мани. 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 Ма-на-на-на. Кайра вашталда. Нет уж. Не будем мы рисовать. Как это не будем? Кисточкой много мани. Не нарисуешь. Дике, уведи его. Вон у меня. Машина разваливается. Да. Доча, доедай давай. А Разия просит шубу. Давно обещает. А Руми? Дочка в школу пойдет. Обуть, одеть надо. Книжки купить. Одна ведь девчонку поднимает. Так, все, нам пора. Айдай, пойдем. Чё, поздно уже? Да, поздно. Что? Занятие наше не нравится? Пойду чайник поставлю. А? Не давай ему. Эй, хватит. Чё? Болду. Так, ну, сгураиндеся. Ну, ладно. Да сейчас помою посуду. А бульон сюда? Мани. Разиапак. Мани. Скажите ему. Да он опять напился. Чё, завтра я с ним поговорю. Давайте. Ладно, давай чай подойдем. Кель. Хорошо, давайте. Кель. Да, все хороши. Занятия наши не нравятся. Слушай, брат. В этой стране деньги не пахнут.
Садись. Смотри. Такие жадные. Так дерутся и кричат. Дома их ждут детки. Голодные детки. А где твой дом? У меня нет дома. Я перекати поле. Перекати поле? Смешно. Ухохочешься. А как это? Это когда нет своего дома. Живешь, где придется. Такой большой, а своего дома нету. Типа бомжа, что ли? Я люблю одиночество. Постоянство, привязанность угнетают меня. Детки, есть у тебя? Нет, я не думал о семье. Одиночество – лучшее состояние для художника. Несколько. Самых крупных. А вон цветы. Эмильбайке, стойте. Вот это вам. О, спасибо. Поставьте дома в стаканчик. Но они от ветра разлетятся. Жалко. Это гора? Заснувший динозавр. Давай нарисуем. Давай. А рядом детеныш. Его тоже нарисуем. Можно попробовать? Попробуй. Вот, лапки рисуй. Вот, нога. Тени, объем показать. Они просто спят. Да, спят. Подойди сюда. Посмотри, как начинать картину. Вот я беру белый тон и начинаю наносить контуры пейзажа. Деревья тоже нарисовать, а потом раскрашивать. Все вместе, чтобы было живописно. Что еще нарисуешь? Завтра вон на те камни пойдем. Наверное, у меня никогда не получится рисовать так похоже. Ну почему же? У тебя все получится. Надо только очень сильно постараться. Это волшебный карандаш. Все оживает под этим карандашом. И все мечты сбываются. Надо только очень сильно любить и верить в то, что рисуешь. Удача придет к тому,
кто поверит в силу этого карандаша. А сила его здесь. Возьми. Он дышит. Я же говорил. Только мы не замечаем этого. Дома порисуй с натуры что-нибудь. Как сегодня. Я кунган нарисую. Отлично. Потом покажешь? Я пошла. Пока. Эй! Имне? Имне болду? Кайда жүрсүн? Ойготпайсың баланы? Имне керек? Ойгот! Чорчавады бы! Имнеден чорчайт мау бола? Я, же таш ташый бы, же цемент ташый бы. Кул ташып жүргөнсү беле? Я! Таңды ноу сурайын сен. Жүрөт, ухтау эле жүрөт, ухтау эле жүрөт. Түшүнбөйм деги. Не ол жезде. Эй, ежең мені тарын тұрдады. Чо, спал, что ли? Да. Олдан ештеке келбеген не мақсат. Жүрек келді жүрек. Я жұмыш қылбай. Руми, они с ежешкой меня к тебе сосватать хотят. Знаю. И чё? Чё-чё? Ну, пойдёшь? Пойду, если скажут. Пойду. На любовь. Полюблю, если надо. А ведь другого любишь? Любишь? Люблю. На, держи. Давай. Что, попробуем? Давай. Угу. На. Так. Цена как? Для тебя та же. Давай, на свежак выйдем. Пошли. Привкус странный. Травка классная. Еще надо? Сделаем. Наш художник. Эй, привет, художник. Чё рисуешь, да? Давай, нас. Чё дело? На фоне гор.
Как я в машине сижу! Ты что? Давай! А то озеро рисуешь! Что случилось, Дэй? Вот нас молю! Давай! Успокойся! Давай, давай! Вангок! Ты чё? Ты же денег! Давай, давай! Ты чё, испугался? Прекрати! Эй, Дэй! А ты откуда взялась, малявка? Эй! Ты чё делаешь? Эй, стекло разобьешь! Уходи отсюда! Эй. Уезжай отсюда! На! Блин, пингвин усатый! Вон иди машина разваливается! А? Еще хуже сделаю! Я тебя уже оторву! Стекла выбью! Уходи отсюда! Сейчас без машины побежишь! Подожди, я с тобой разберусь еще! Ой, а чё это вам не спится? Руми. Всё, хватит. Я поговорить хотел. Поговорить? О чем говорить? У вас одно на уме. Да нет же. Нашел, дурочку. Подожди. Не горячись. Все! Хватит! Руми. Довольно! Оставьте нас. Пожалуйста. Зачем вы приехали? Постой. Руми! Алло? Да, привет. На садках рыбу кормим. Угу. Немного надо? Не могу ничего обещать. Угу. Привет. Заказ есть. Форель нужна. Хорошо платят. Когда надо? Завтра. У нас не получится. А чё? У Руми шеф приехал. Заметил, что рыба налево уходит. Хм. Сеть поставьте в заливе. Сети, говоришь? Ты один не можешь. У меня спина. У Руми на работе. Ладно, подумайте. Поехал.
За рулем не пью. Чике. Меня берите. Долю. Деньги нужны. Деньги у нас нечистые. Но и не пахнут. Хорошо. Давай, давай, греби еще. Черт, надо быстрее. Все, надо валить. Давай за весла я сяду. Ты смотри аккуратнее. Я плавать не умею. Опа! Давай, искупайся! Ну-ка! Давай! Я плавать не умею, серьезно! Че, плавать не умеешь? Ай-яй-яй-яй! Давай, давай, давай! Плыви, плыви! Плыви! Ну-ну! Вижу тебя! Что ты делаешь? В жизни не только рисовать, но и плавать нужно уметь. Ты что? Ну ладно. На, руку держи. Румию не трогай. Я ее люблю. Она моя. Понял? Моя чайка, она не может взлететь. Птица должна летать. Может, она устала? Ей нужен отдых. Птице нужно небо. Мне пора. И привиделся ей сон, будто вернулся Яглокархан, склонился над дочерью и тихо молвил: «Сладких снов тебе, Джана, дочь моя!» И поцеловал в щеки румяные. Скажи мне сладких снов, Джана. Сладких снов, Джана. Thank you.
годы шли чередой. Подымалась принцесса на зиг, на утес, чтобы увидеть вдали флаги победные. Но напрасны были ее ожидания. Полна печали и тоски, слезы лила она по отцу.